Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Скифию на архипелагах. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Но когда следующий ученый... Я взял ученого за накопленные деньги, ну, за накопленные очки. Следующий стоил меньше. И он был доступен сразу всем. Понятно, нет? Понятно. Можешь еще кого-нибудь купить? Кванга. Или Пошу. Все, нас осталось 5. Хотя, что поселить, чтобы очки были. Ходов. Да, теперь я могу заключить мир со Стокгольмом все через меньшее и меньшее количество ходов. Уже минуту. А мы не можем с греком воевать, у нас союз. Зачем? Я уже выдвинулся. А я уже выдвинулся. Что ж такое разворачиваться? Что ж вы так, дружочки-пирожочки-то все? Ну, я бы не выиграл у грека, у меня это... меньше армии. Конечно, если бы я прям начал готовиться с того... Вот, если бы я, когда воевали с... Господи, как его зовут-то? Ну, вы поняли. С Конго? Да. С конголезом, когда воевали. Если бы я там армию подстраивал и не водил ее туда всю, не терял бы там, а так чуть-чуть бы помог и у себя сохранил, накопил армию большую, может быть, я сейчас смог бы повоевать с греком, быстро захватить его всего. Но ну, я там ты там много действительно много как бы терял. Я там ошибок много сделал еще. Две потерял, и субмарины прокачанных. Флота 2. Чисто потому, что просто не отвел. Мне Конг убил ровно один флот подлодок.
Не, мне много он убил там. Но, собственно, только благодаря этому мы и продавили. То есть как? Мы подставляли подлодки, и, соответственно, он убивает этим. Мы могли его юниты убивать. Так, ему сидеть спокойно за этим Стокгольмом по-хорошему, он мог вообще очень долго, мне кажется. Пробраться да. туда мимо Стокгольма вообще никак. Не, ему реально надо было авиацию просто открыть. Демократия у него уже была открыта. Ну, либо он бы ее открыл очень быстро. Че там, бомбардировщики два хода бы строились. Или так. Хотя не, у него города такие все. Ходы 4, наверное. Под конец игры через 4 хода с Греком союз закончится, наконец-то Иерусалим освободит. Исполнит, так сказать, мечту всей жизни. Слушайте, а вот если в археологическом музее как бы иконка, как будто разбитый кувшин или разбитое что-то, это типа он не работает или что, я не могу понять. Его как-то ремонтировать надо или что? Не понимаю. Просто я сейчас активировал великого человека, он не дает то, что должен давать. В археологическом музее. Что-то непонятно, короче. Подводных лодок пойдем в вертолеты. Странно, не вижу я тут. А, вот оно. Вот они, подводные лодки. Ну, то есть тут все просто. Он будет кидать на эти города, вот эти захватывать морскими юнитами. 5 ходов. Наверное, стоит купить еще просто подлодок. Да, у Леши уже 1000 очков, больше 1000, что ли. Потому что, когда распиливали Конго, все давали ему забирать города, а надо было либо делить поровну, либо сжигать.
Один город он забрал. Он забрал у Конга один город, но зато под шумок он забрал... Подождите, ребята, я только два города взял. Под какой шумок? И у Хмера я сам начал. Ты забрал три города. Хмера было забрать проще всего, потому что у него не было ни стен, ничего вообще абсолютно. У него были очень незащищенные города. Я к Хмера нападал еще до всякой войны с Конга. Хорошо, я нападал на Хмера и забирал его. Это все накладывается одно на другого. Ты забрал четыре города у Хмера, и сейчас... ты забрал два города у Конго. Просто когда ты начал забирать хмерские города, просто за один ход забирая по городу, должны были все возмутиться, потому что это очевидно ведет к перекосу по очкам в будущем, но никто этого не сделал. Что-то попробовал сделать только я, но я не могу здесь держать города, потому что мне слишком далеко это по лояльности, они у меня просто отваливаются. Так надо сжигать было, да. Я просто не понимаю, то есть я ничего не говорил, что ты забирал города Хмера, пожалуйста, но ты их не сжигал, вообще ничего не делал. Грей до сих пор не построил проект Манхэттен? Ну, я бы сказал, если построил. В общем, я тогда на этот ход построил. Голосуйте мне в приват в игре. Плюс за запрет ядерного оружия, минус против запрета. Если большинство будет за запрет ядерного оружия, то те, кто проголосовал за запрет... друг на друга скидывать ядерки не смогут. Только на тех, кто против запрета проголосовал. Соответственно, те, кто против запрета, все равно могут на всех сбрасывать. Если же большинство будет против, то, соответственно, никаких ограничений на ядерное оружие нет. То есть плюсик против, да? Да, нет, плюсик за запрет ядерного оружия. За запрет использования ядерного оружия. Я говорил в приват голосовать, ну ладно. Уже Фейнор и Депиш проголосовали. Жду Грея и Девилс, да. Грей. Так, у нас пока два против и два за. Ну, я, наверное, против проголосую. Давайте. Бросать друг на друга все. Развлекаться как по полной. Да. Так как у меня со всеми заключена дружба, я просто разошлю свои корабли повсюду, чтобы наблюдать, как вы уничтожаете друг друга. Здорово. У меня кто-то Амани нейтрализовал. Причем в моем городе. Ну а в чем проблема? Это шпион вроде. Ну, проблема, что выбран губернатор странно. Для нейтрализации. Так его же не видно.
когда выбираешь... Ну, можно, наверное, подумать, что вряд ли в Костромской может сидеть нормальный губернатор. Смотря кто смотрит, я, например, вижу, где какой. Ну так и я у тебя вижу, где какой. Ну, понятное дело. Но если ты не видишь, я про то говорю, если ты не видишь, давайте подумаем, где может сидеть хороший губернатор из моих городов? У нас Грей для ядерного угара только 4 хода будет. Ну да. Охраны лжи взять. Ну, я эти города никак не могу от захвата защитить, потому что они на берегу стоят. В этом проблема. То есть, видимо, мне надо держать юниты позади этих городов и отбивать обратно. Ну, Костромская, ладно, вот, например, столица... Конго. Поставлю тут танки. В этом море у него проблемы. Так, давайте закупим кавалерии. Три вертолетика будет. Буду ими пытаться захватывать через море. Конечно же.
мгновенно обосновывается во вражеском городе и диверсию на производстве проводит. Где у нас еще производство у него? Давайте в Шурупаке. Да, он тут всех рыцарей интересно спрятал. Ага, вот он. Единственное, что он, скорее всего, ядерки строит, а не атомки. У него, то есть, радиус поражения побольше будет. Пятилетка. Исторический момент. Пятилетка в Шотландии началась. Если что, исторический момент. У меня закончился с Греем союз. Сейчас будет на меня ядерки лететь или нет? Да не, на хотя меня. Он далеко. Наверное, не будет он меня захватывать. И флота нигде вроде рядом нет. О, а тем временем, кстати, у шотландца столько же очков, как и у шумера. И шотландец в ракетостроении. Да, и, кстати, у вас немец... 200... И немец в ракетостроении. Ну, ребят, вы за 6 да, ходов уже... не успеете никак. Ну, мы не успеваем. У вас вообще ничего не открыто. А как ты смотришь, что мы открыли, а что нет? В научной победе. Здесь вот это... А, я понял. Здесь же не работает фишка в пятой циве, то как в пятой циве, когда меняется сама технология, она всегда одинакова, да? Да. Ну, тут только одна подводная лодка. Просто только одна. А почему ты, ну, в смысле говоришь, не успеем? А какая разница, успеем или не успеем? Это все равно нам не даст столько очков, чтобы победить. Ну, вот именно что. Так как это без разницы, то, наверное, не было смысла идти в ракетостроение, космопорты строить. Зачем? Оно вам ничего не даст. Это надо было только, если вы хотели наукой победить. То есть у вас была возможность улететь. А так, просто вышли в ракетостроение. Вертолеты. Так, проведение диверсии на производстве. Слушайте, кто там держит у меня шпиона в Костромской? Пересадите в нормальный город. Вы же тырите 28 золота. Я вижу, кто, но не скажу. 28 золота тоже деньги, опять же. Я понимаю, но самого дебильного губернатора у меня убрали, самого дебильного города. Ты или 28 золота, прям даже жалко. Мой там, ну, понимаешь, я тебя губернатора не брал, только 3 золота. Потому что это единственный город, который я тебя вижу нормальный.
из всех. Магнус у него в рей сидит. Ну давайте. Две бомбы уже есть. А вот и танчики поехали. Ведь этот танчик едет, чтобы сразу высаживаться и захватывать города. Мне бы желательно, конечно, на них сбросить бомбы. В первую очередь. Ну, в темном веке у него карточка на ядерные ракеты. Бонус. К строительству и содержанию, по-моему. Три науки. 372. Ну, как бы уже не нужна наука на самом деле. Если говорить откровенно. Или может выбирать этих городов. Три бомбы. Сколько ходов? Один ход. То есть на 147-м начнем битву. Подплывает уже. Всего один рыцарь. Воу. Неожиданно. Шотландия объявляет войну Шумеру. Тут атомная подлодка приплыла, явно не так просто. Что
Атлантис, надо было сказать, я бы тебе помог как доброму соседу. У меня вокруг границ 250 подлодок с кифей. Ты думаешь, я буду на тебя нападать? Крей, чуть-чуть преувеличил, да, число? На 2-3 подлодки, да? Ну там реально много. Ну как бы я сейчас просто этот, не знаю, какой смысл в этом действии. Просто... А смысл, если 5 ходов? На следующий ход выкину на него ядерок 8, так, чтобы неповадно было. Ну, если шотландец сможет у тебя что-то захватить, он вполне может вырваться. Ничего он не захватит, он как бы даже один юнит убить не может, просто взял бы и убил мне войну сейчас. Да нет, шотландцы нормальный флот, ну по саргады можно взять, но за 5 ходов, конечно, нет, надо ходов 10. Какие 5 ходов? На следующий ход он всю армию потеряет. Гарантируешь прям, да? Абсолютно, 2 ядерки минус весь флот. А что, у него весь флот в одном месте находится? Да. Шотландец. Раз сосредоточь флот. Хотя бы через 2 клетки, чтобы каждый юнит стоял. Это игра, проиграю, так проиграю. Чуть-чуть пораньше, конечно, тебе надо. Это прекрасно, но флот раз сосредоточь. Или грека захватывать. Тебе, чтобы очков набрать, какая разница, кого захватывать, а грека проще. Да, так у меня с греком еще союз 2 хода или 3. Это, конечно, очень здорово, что шотландец. Ну, я на самом деле всех своих соседей нейтрализовал. Боюсь, ты уже не будешь захватывать грека. А вот шумер нет, поэтому ему и объявляет войну. У меня еще следующий ход союз с шумером, а потом я начну на него сбрасывать. Расплат за предательство. Беру. Отличный мув. Может, ты меня взять? Так, рассредоточение флота полным ходом происходит. Ну, даже ядерки тратить не пришлось. Здорово. Они утонули. Ты преувеличиваешь, и не все они утонули. Ну, я все, что вижу, убил все, кроме одного корпуса линкоров. Ты плохо видишь. Хотя... Ну, это все ваншоты, ты понимаешь? Один выстрел минус. Он мне наносит 10 урона сюда. Я в эти... Что-то... Ну смысл, я и так проиграю. Или ты выиграешь, или Халецкий, а то... Не, ты мог бы выиграть, тебе надо было, ну, либо на меня нападать, либо на грек. Ну у нас с тобой союз.
Ну ты, кстати, заключил со мной союз недавно совсем. Ну, просто против твоих подлодок сразу идти как-то. Ну тебе было бы достаточно одну столицу у меня забрать, у меня столица стоит на воде. Не, она 15 уровня, я думаю, 100 очков тебе за нее дали бы. А, тебе 100 мало, тебе надо 200. Ну в любом случае, ты выбрал самого сильного соперника. Это, конечно, было не очень, наверное, правильно. Ну зато воевать хоть более-менее научусь. Зачем со слабыми воевать? Сейчас игра закончится. Слушай, некогда учиться. Надо ж когда-то начинать. Так а вы вот в период там средневековья и прочего, что там у вас происходило? Кто там на кого нападал и почему не захватили? А мы меня... только Иерусалим хотели отбить, еще больше ничего. У меня здесь не очень много территории. И она не очень качественная. И у меня в это время я опережал по развитию шотландца, у него был там по науке хорошо, но у него не было армии вообще, не было стен. Я думал сначала на него напасть и начинать захватывать его города, потому что они на море стоят. Вот. И я могу по суше тоже пройти удобно к нему. Я захватил ГГшку, которая стоит между нами, думал пойти дальше, но потом грек захватил Иерусалим, и нам выдалось кризисный союз. Ну, я подумал, что можно, в принципе, заключить союз с шотландцем, повоевать против грека, его города позабирать. Заодно не заработаю себе врага на суше, в котором у меня граница общая. Но в итоге мы не смогли ничего захватить у грека, у него там был хороший флот, и он нас выгнал. И мы ничего ни у кого не захватили. Грустная история. Надо было, конечно, мне нападать на тебя, шотландец. В средневековье я бы у тебя пару городов забрал. Нет, вряд ли бы ты мне что забрал в средневековье. Ну что, сейчас начнется угарчик. Легенький. Если бы раньше напал, возможно. Легкий угар. Вот сколько народ там решил поучаствовать. Боже, боже. Ну чё, давай, начинай играй. Твой первый. Ну я воюю вообще-то. С кем? В Шотландии. Ну, а на меня? Да тебя пока не до тебя. Ты что, не будешь со мной воевать, что ли, или что? Я не принимал вообще эту штуку. Странно мне высветило. Киси, надо отказаться нажать, а не... Ну, я ничего не сделал, да. Ё-моё. Ну что, у меня 5 бомб. Ну, надо начинать с чего-то. Внимание, делаю самую важную вещь в игре и самое главное вовремя. Наступаю на руинку. Я на предыдущий ход взял, между прочим. Население плюс один. Считаю это успехом. Куда прилетел? Это все в меня кидает.
чё ты рыцарем решил уплыть? Грей. А, вот вернулся. Я воюю в другом месте. Я тут даже не смотрел. Мне обидно, Грей. Я думал, ты со мной будешь воевать, а ты в другом месте воюешь. Может, ты еще и другую игру запустил, в другой партии воюешь? Ну, почти. Эх, убивают там всех. На меня сейчас грех нападать будет. Кто говорит? Ну кто, немец. Так ты ж собирался на меня нападать. Да какой собирался на тебя нападать, у меня же союз был. Как бы я на тебя нападал во время союза? Так он же закончился вот только что. Ну так я нападать на тебя... Я сказал, что собираюсь на тебя нападать 10 ходов назад, когда у нас союз еще был. Я же шутил. А ты прикол ну, уже. Да, выиграет Халецкий, ничего не сделаем. Даже Грей меня не успеет все-таки захватить. А что, ну, думаешь, что, просто... что Грей ничего не может сейчас сделать? Он сейчас на меня будет нападать. Грею сразу надо было нападать туда. Тут же идея в том, союз что... был, да? Да. Идея в том, что он забирает мои города, я... у меня меньше очков, а у него больше очков становится. Ну, три хода. Это я походу, что на Грея напал, это я помог Лёше, да? Два хода. Я не знаю, почему Грей на тебя отвлекается, честно говоря. Ну, у шотландцев тоже есть хороший Грей. Я напал. Он решил меня уничтожить. Он решил, ты мне войну объявил. Ну, ты был единственный, с кем я не был в союзе, а смысл было уже 5 этих ходов сидеть, просто сидеть, ну это... Не знаю, что-то я не поехал. Что-то я реально не понимаю, что там Грей делает. А что ты, Грей, серьезно решил с шотландцем вместо меня драться? У меня есть какая-то тактика, я их придерживаю. Мне даже интересно прям даже, что за тактика. Ядерка пошла. Или мне кажется. Пешком. Такой звук был, как будто бомбер мимо пролетает. Обычно, когда бомбу бросили, так смотрят. Что-то на все дико лагает. Ну это я бомбу кидаю. А я не вижу даже земель ваших. Хоть куда вообще? Я даже не вижу куда. Рыцарей твоих убил. Пока армию пытаюсь тебе убить. Шумер, отдай мне союз, я хоть посмотрю, что происходит у вас. Ну, пока. Наверное, не стоит, что попозже. Когда немножко... попозже два хода. Немножко некогда. Ну, нажмешь потом, типа, еще. А, ну. Ладно, а, как хорошо. Все равно, что ты ничего не увидишь, ты там нужен второй уровень. Разве? У меня второй, можешь мне кинуть? После. Кому кинуть? Греб. Ну, твою территорию-то я вижу. Мне интересно посмотреть, как там ядерки летают. Так мне же тоже, я поэтому и говорил Шумеру, чтобы он мне тоже дал союз. А у меня второй уровень уже с ним есть.
я просто боюсь сюда ставить вертолет, потому что он может два юнита сразу убить. Поэтому, наверное, сюда. Да, если бы я самолет не построил, меня бы шумер легко забрал. Не, ну с такими лагами, конечно, тяжело. Это лаги из-за того, что я кидаю ядерки. Ну вообще да. Хотелось бы просто как в пятой кинул ядерку, оно сразу тебе отобразилось и все. А мне наоборот больше нравится, что для ядерок есть анимация. Когда выделено из общей массы, что это не обычная война, а что-то экстремальное. Несомненно, это красиво, но это, так как это лагает технически, за то... что? Что тут ждать? Может уже 4 устройства все их сбросить на Грея и все? Мне кажется, следующим... Просто следующим ходом, вот 149-й ход, будет понятно, кто победил. Потому что по тем очкам на 149-й ход все решится. Да, наверное, надо кидать. Шумер сейчас меня заберет. Столица. Да, шумер забирает. А, нет, юнит нет, чем спадает. Грейт, а ты сейчас ядерку запустил вот туда, где коровы? Туда, где корова, да. Тебе чем-то коровы не нравятся? Я смотрю, у вас вообще проблемы с животными. Вы там то черепах живьем уничтожаете, то коров. Ну, в общем, я победил. Ну тут еще решать. Нет, считаются очки на этот ход, на 149-й. Да это нереально. Я... Тут надо таймер продлевать, я сейчас просто не успею походить. А у тебя есть шанс? Ну а какой смысл уже, да, если на 149-й ход? Вообще? Смысл есть. Ой, грех пришли. Ахом мы берем. Меня бомбят, безобразие. Я только космопор. Тебя за что? Да так, за компанию. Сейчас, наверное, не надо, да, полететь что-то. А у него стоит эсминец, он хочет взять. Не хватает, не хватает всего.
Не могу я сейчас прорваться, к сожалению, мимо этого. Я такой еще и шуропак захватил. Ладно. Он хочет все столицы захватить, что ли? Да. А какой хитрый план. Ну, твою он уже не захватывает. Мою захватил. А, он шотландца не может захватить. Какой хитрый план, Грей. Мое почтение. Это... Только я только сейчас увидел, что ты мою столицу захватил, честно говоря. 150 или нету? Красавчик. А мою, Грей, не можешь, да? 150. Последний пункт обороны просто. Кстати, я не знаю. Наверное, должен быть 150. 150 включительно, наверное, должен быть 150. Сейчас узнаем. Так, ну мне надо отбивать. Если следующий не конец, то все, я столицу уже не удержу, следующий пол. Мне нужно какого-то юнита купить. Мисклип, как так? Быстрого какого-то юнита. 1366. Денег нету. А у Горга есть. Мне сейчас надо танк купить срочно. Стоп, подождите, а я захватил столицу Шумера, так типа. Да, тут получился небольшой провал. Все зависит от следующего хода, есть он или нет, и ну и как-то покликает, честно. Да, это интересная развязочка сейчас будет. Ну, я честно скажу, у меня 3 FPS даже в 2D. То есть я двигаю экран, проходит полсекунды, потом он перемещается. Я просто настолько, ну, проспал захват своей столицы, я вообще не понимаю, как... Почему мне вообще как-то не сообщалось как-то особо? Ну, то есть, мне кажется, это должно как-то более ярко быть. Тут он в один клик захватывал ядерку и подплывает просто все издалека. Я даже не видел юнит, которым он будет захватывать, потому что он из-за берегов откуда-то выплыл. А хотя нет, ребят, все, интриги не будет, сорян. Почему? Ты уже мультик пошел? Я забыл юнитом одним походить в этих лагах. Ну вот. Меня два юнита в столице исчезли сразу в конце хода. Тупо забыл походить. Ну, великий ученый. Самое время. 20 очков не хватает. Даже меньше. Да, кстати, 7. Грей, 7 очков не хватило. Ну, красиво, в любом случае. И был вариант и по очкам, и забрать все столицы. Да, попытка зачетная, да. Ты потом еще вторую ядерку скинул, да? В конце хода, получается. В смысле? В столицу. Почему у меня там рыцарь пропал и этот? Там радиация. Нифига себе, у меня 11 тысяч голды. Ничего себе, что за фигня? А, ну и этот отвалился, блин. В общем, очень тяжело, но я пытался. Да, ну мне кажется, надо тебе было просто на меня нападать. Не, это стандартный, я вот хотел попробовать вот так. Да, красиво, красиво. А как там грек проспал свою столицу? А, Спарта уже отбита? Всё-таки. Я отбил, да.
То есть мне это надо было делать в один ход, я, ну, не успевал. То есть мне нужно было два, потому что там получилось, что один эсминец меня убили. Куда бомбят? А-а-а, всё, вижу. Вот. И что еще получилось? И Ангертом отвалился. Ну и свою столицу надо было удержать. Ну, короче, возможность была. Надо было просто сделать все получше. Да, да. Красиво все равно. Ну, честно, я быстрее никак не мог. То есть я вышел, открыл, перелив, все, что можно сделать. Это вот как раз, помнишь, как я говорил, что я себе очень сильно отстал? Я же все, я проект культурный крутил там ходов 10, и в итоге я открыл ядерки за один ход до окончания союзственной. Серьезно? Да. Ничего себе. Ну, и за счет перелива я за один ход их все построил там, и, собственно, я построил ровно то количество ядерок, а нет, на одну меньше, чем мне нужно было, чтобы забрать все столицы в один ход. И в итоге мне пришлось на два хода это растягивать, ну, как мы видим, за два хода это не работает. Так ты таки шотландскую столицу не забрал, да? С один ход. Забрал. Нет, я все забрал, просто ты отбил свою, одна отвалилась, но я свою не вернул. Ну, тут, короче, все в один ход надо делать. В общем, я забрал просто столицу еще... Шумера, да. Ну, тут кликать надо было, то есть, если бы я кликал здесь, может быть, я бы ее успел убить. Но мне надо кликать по всей карте. Ой, да пофигу тут уже. А сколько в итоге больше? На 7 очков. 7 очков. На 7 очков. Ну. Так может там еще можно кого-то докупить, там ученых или быстро чудо. Да, все, уже на этот ход уже считаем. Уже на этот ход, да. Да. Окей. Мы можем на 149. Да. По очкам именно на 149. Ну как бы на тот. Нет, на 150. Вот сейчас 150-й ход. Понимаешь? И вот сейчас. То есть на начало хода, да, на начало хода она посчитала, да. То есть я планировал все 149-м сделать, чтобы соответственные очки были. Если бы я столько не потерял, то я был бы, блин, тоже близковато, больше 1000. В итоге скольких у меня? 3 столиц нет, да? Включаю мои, собственно. Шикарно. Мне очень понравилось. Спасибо большое. На здоровье. Очень поучительно. Алёша вообще молодец. Дипломатично так всех разводил всю игру. Да я, по-моему, вообще никого не разводил. Как-то все сами, по-моему. Да нет, там сначала с Химером запугал этого школьника несчастного, чтобы он задружился. Потом нас всех стравил на это школьник. Не дипломатия, это лучники Саки. Это как бы там, ну... Там штук 12. Война — это логичное продолжение дипломатии. Да. Я сам Кхмеров в тот момент не мог забрать, но прийти не дать забрать Конга вполне мог. Ну и на Конга я не мог нападать, потому что он расположен... к нему проход очень, очень тяжелый. Ну а потом Савитар сам, собственно, в культуру вылетел так далеко, что... Все против него... Ну, мы... Либо мы проиграли бы тогда, если бы не напали на него, мы бы... Не знаю, на каком ходу? Да, очень быстро. Очень Грей, на каком ты говорил ходу он должен выиграть? Ну, где-то 115 через 120. Ну, это если б я так все не выкрутил. Ну, хотя... Он бы тут где-то на 125-м был. Хорошо, а вот если бы мы не нападали на самом деле, но ты бы выкрутил все на культуру, он бы победил? From our humble beginnings ages ago, просто почет. Он же первый. Был бы далеко за счет огромного количества. Что это за надпись? Я сохранил даже скриншот, смотрите, как. Но на самом деле, когда я с ним принял одно правительство, даже когда у него оставалось 2 или 3 города, он по 7 туристов ко мне получил.
Я только не понял, за что мне в конце 11 тысяч голды. А знаете, что забавно? На этот ход уже я первый. Кризис, наверное. Какой-то кризис был, который Абиравлен был против тебя, и его никто не принял. Или не дают за это. Забавно, конечно, получил. Ясно, да, спасибо всем за игру. И тебе спасибо. Ладно. Так, давайте посмотрим счет за ход. Да, обогнал ты тут меня по счету в конце. Но считается 150-й ход, а не 151-й. Ей! Это да. А, и графика туризма тоже тут нету, по-моему, да? Жалко. Посмотреть бы, сколько туризма было у Конга. Ну, у него очень мало было. У нас просто культуры ни у кого не было. Я за Россию делал туризма, помню, 2400. Ну, тоже где-то там к 140-му плюс. А у него было 700 в пике, по-моему. Типа, ну, огромное количество раз меньше. В 3,5, считай. Просто, ну, у нас реально было там меньше 100 внутренних туристов. Но он тут по всему лидировал, и по науке, и по культуре вообще был. Конечно. Это я неправильно сыграл, надо было посмотреть, что у меня зворга заканчивается. В конце этот. А если бы... Если бы Конга еще это своих каперов не проспал. Когда? В конце? За 4 хода? Ну да. Ну, на самом деле я... Вряд ли ты там что-то сделал. Никак не мог за один ход забрать, у меня было 5 ядерок на 6 столиц. А у тебя ядерки были, шотландец? На следующий ход, когда я одну построил... Нет, я даже не строил, проект. Было поздно. Слушай, ну, по-моему же, при захвате столиц у тебя мгновенная победа. Если ты все захватил, у тебя сразу победа. Я на 150-м захватил все, то... Ну, я на это и рассчитывал, я видел, что я не успею построить ядерки, но думал, ладно, за 2 хода. Ну, видишь, за 2 хода вообще нереально. Один город вообще отвалился, нахрен сразу. Мне интересно, кто больше всего юнитов потерял. Ну, Конга понятно, конечно, он проигрывал. А, я, кстати. Мы с немцем теряли юниты. Ну, зато убивали, соответственно, юниты. Конга. Ну, я там вообще ничего... Ну, я потерял там один флот. Ну, я прям реально настроил сильную армаду лодок. Да-да, как пришли. А я атомные подлодки еще не открыл, и ты армаду, у тебя их несколько штук. Один ход, 2-3 хода, и мой флот весь ушел. А больше всего юнитов уничтожил, кстати, грек. Где-то юнитов. Ну, за ним дают культуру. Я тут пытался воевать с кем послабее, там, с этой ГГшкой несчастной. Если бы я так долго не пытался убить все сухопутные юниты Иерусалима, я бы уже там, может, и немца бы забирал, или шотландца. Я там 15 ходов убивал, бегал там за мечниками, чтобы заработать себе там 10-15 очков культуры. Ну ничего, надеюсь, мы еще когда-нибудь сыграем. Ну, карта интересная была. Не знаю, вот вам, наверное, не повезло с этим континентом, но мне понравилось, в принципе. Нет, это я тоже. Мне надо было на немца идти в итоге там все-таки. В средневековье хоть немец говорит, что он был сильнее, но я бы его быстро захватил. Ну, честно, я на немца не пошел, потому что я посмотрел на его столицу, а там 3 района без какого-либо бонуса от соседства. Я подумал, оно того не стоит, наверное. Всем спасибо за игру. Все. Еще можно сказать, сыграем. Тебе да, спасибо. До встречи в цивилизации. Всем спасибо, пока. Всем пока. Да, счастливо, ребят. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!